третьей серии сериала «Свадьбы и разводы» Женя готовит большую интернациональную свадьбу, когда выясняет, что вкусы влюбленной пары категорически не совпадают с родительскими. Марк убежден, что родственники всегда вредят браку. Его контора занимается разводом, в который активно вмешивается вздорная свекровь. Вопреки своим убеждениям, адвокат переворачивает дело с ног на голову и проваливает его. Женя узнает, что кто-то из ее сотрудников провел ночь в пустующем номере. Для новобрачных посмотреть очередную серию вы сможете 4 июня.